диапазон произведений композитора чрезвычайно широк. Опера, оратории, концерты симфонии, камерная, хоровая, вокальная музыка. Среди сочинений Татьяны Георгиевны выделяются опера-оратория «Сергий Радонежский», оратория «Посвящение Ленинграду», кантаты «Поморы» и «Солнце навстречу», концерты симфония «Музыка моря» и «Музыка гор», концерт для флейты, струнных и клавесина, японские акварели, серенады весне и многие другие. Самобытный, яркий композитор Татьяна Георгиевна стремится к возрождению русского фольклорного театра. Созданный ею фольк-опере «Северный сказ» показан один из новых путей развития русской оперы. А сейчас вы услышите вокальное сочинение «Шесть картин из русской народной поэзии». Прозвучат четыре части цикла. Первая – «Не бела то березонька», «Пойду выйду за ворота», картина-сцена «Я не знала, не ведала» и заключительная картина «Полюблю я молодца молоденького». Исполняют заслуженная артистка России, солистка Московской государственной филармонии Татьяна Виноградова, меццо-сопрано, партия фортепиано, автор. Заворота, дети, скоро на ворота, клёва.
Thank you.
существующих направлений в творчестве композитора стало воплощение русских национальных образов. Интонации фольклора пронизывают многие ее сочинения, что подчеркивает глубокую связь с традициями русской композиторской школы. Нередко в сочинениях Татьяны Георгиевны можно встретить импрессионистские образы, с характерной для них утонченностью и богатством красок. Особую выразительность они приобретают в сочинениях, связанных с образами Востока, в частности Японии. Произведения композитора тонко передают то ощущение загадочности и хрупкости, нередко навеянное восточными мотивами. Особенно ярко это проявляется в цикле «Японские акварели» и музыкально-поэтическом поэтическом цикле «Время цветения хризантемы». Становление творческого облика, по словам композитора, Татьяна Георгиевна во многом обязана своим замечательным учителям Юрию Александровичу Шапорину и особенно Евгению Кирилловичу Голубеву, общение с которым началось в классе композиции Московской консерватории. Три концертные пьесы для трубы и фортепиано. Монолог, ария и скерц. Исполняет Владислав Лаврик, партия фортепиано, автор.
Thank you.
училась совсем недавно, и я по радио «Орфея» услышала сонату-балладу в исполнении Владислава Лаврика. Я стала узнавать, кто это, где и как. Узнала, что он заканчивает консерваторию, успешно позвонила и предложила приезжать с вечери. И я очень рада нашей такой совместной творческой работе, потому что, мне кажется, вот у этого музыканта большое будущее. Он очень хорошо чувствует, он не только прекрасно технически владеет инструментом, но самое главное, что у него есть внутренняя вот эта вот пульсация и взрывчатость, которая дает возможность раскрывать действительно страницы музыки очень интересно. Yeah.
мадригал и колокола Кордовы. Исполняет Светлана Горячева и Александр Якобидзе Гид. Yeah.
обращение к необычным исполнительским составам, к сочетанию тембров различных инструментов, как, например, в японских акварелях, сюите для скрипки, флейты, гобоя, виолончели и клавесины, или в концерте симфонии «Музыка моря» для духовых, арфы и фортепиано. Целый ряд сочинений Татьяны Георгиевны написан для дуэта виолончели и арфы, как, например, сочинение из цикла «Романтические послания». «Романтические посланники» — это обращение к творчеству великих мастеров прошлого. Сегодня прозвучат три пьесы из этого цикла, но в редакции для виолончели и фортепиано. «Романтические послания». Ария-вокалист Сергея Васильевича Рахманова. Исполняет заслуженный артист России, солист Московской государственной филармонии Александр Загоринский, виолончель, партия фортепиано, автор. Thank you.
исполняет Александр Загоринский и Татьяна Смирнова. Thank you.
благодарна всем, кто пришел сегодня вечер, когда нет нигде ни реклам, ничего, а просто это любители музыки настоящие. Я очень ценю таких настоящих любителей музыки. Спасибо вам, друзья. И до новых встреч. Может быть, мы встретимся в сезонах моих в Доме композиторов 19-го. Пожалуйста, кто не ходит, приходите на крещение в 12 часов в Дом композиторов. И будет очень интересная тема у нас встречи. Мой родной город Питер, Петербург. И я думаю, что вам тоже доставят радость многие номера, которые